Лучшее учреждение специального образования. Столбцовский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации стал лауреатом областного конкурса. Учреждение разместилось в трех группах 7-го детского сада. Две из них оборудованы для пребывания детей с тяжелыми нарушениями здоровья. В помещениях учебная игровая зона, а также уголки сенсорного опыта, отдыха, двигательной активности, социально-бытовой адаптации. Есть массажный кабинет, создана безбарьерная среда. Вся мебель регулируется, в центре занимаются 12 человек. Кроме того, педагоги навещают ребят на дому. Каждый ребенок индивидуальный по-своему, и поэтому каждому имеется свой индивидуальный подход. Ну а для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата у нас в центре создана тоже необходимая безбарьерная среда. Это и ходунки для передвижения, и вертикализатор для стояния и обучения во время занятий, пристенные поручни, которые тоже видели по ходу передвижения детей, помогают передвигаться им. Ну, я думаю, максимальные возможности, которые можно использовать для реализации образовательного процесса, мы создаем и как бы используем. Центр существует уже более 20 лет. Здесь работают почти три десятка высококвалифицированных специалистов.